Всем привет, ребята! Вы на канале Roblox Summer. И в этом видео, ребята, я вам хочу рассказать, как сделать себе бесплатный скин и как получить вещи в Roblox абсолютно бесплатно. Вернее, сегодня мы будем проверять, ребят, способ, который я узнал от подписчицы. Ну что, давайте же его проверять. Итак, для начала, по рассказам подписчицы, мы должны зайти в Roblox, нажать на вариант Shop и выбрать вещь мечты. Можете пару вещей выбрать, но я выбрал вот такую вот, скажем так, как кепку, панамочку такую с уточкой. Я ее выбрала, она стоит, как видите, 75 рубуксов. Ну, недорого, но все равно она у меня не куплена. Я нажала на эту, скажем так, панамочку. И после чего, ребята, я нажал три точечки возле цены панамки. Вот, я все подробно показываю. И нажал на посредине, на кнопочку share, то есть что означает поделиться, и нажимал скопировать ссылку. После этого, по истории и по рассказам подписчицы, мы должны зайти, ну вы перейдете по ссылочке в описании, а я должен зайти на специальный сайт, там где аутфит бесплатно, реально, то есть здесь нам нужно написать ваш ник в Роблоксе, то есть каждый пишет свой ник в Роблоксе. А там, где кнопочка названия, вы должны вставить скопированное, то есть эту вещь. Вот, ребятки, вот так вот. И отправляем, естественно, и посмотрим, сработает это или нет. А вы подписывайтесь, ставьте лайки и пишите свое мнение по поводу этого способа.